аппетитная и сочная горбуша, тушеная в пикантном томатном соусе. Рецепт подкупает простотой приготовления и набором ингредиентов. В качестве гарнира подойдет рис или отварной картофель, очень вкусно. Для приготовления соуса я взяла консервированные помидоры в собственном соку, но их вполне можно заменить свежими. Томаты нужно бланшировать, снять кожицу, мякоть измельчить, но в этом случае в соус стоит добавить щепотку сахара, чтобы сбалансировать излишнюю кислоту. Как приготовить горбушу в томатном соусе, расскажу в пошаговом рецепте. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Рыба должна быть очищена, помыта и нарезана не стейки толщиной 1,5-2 см. Чеснок очистите, помойте и мелко порубите. Зелень также помойте и порубите. С помидоров снимите кожицу и разомните мякоть с соком. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте чеснок в течение 1-2 минут, затем добавьте томаты и зелень, посолите соус по вкусу и тушите 1-2 минуты. Выложите рыбу в соус и готовьте на среднем огне 20 минут, по 10 минут с каждой стороны. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подавайте горбушу в томатном соусе на блюде, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Продукты и их количество. Далее. Горбуша 1 штука. Помидоры консервированные 200 грамм в собственном соку. Чеснок 2 зубчика. Масло оливковое 2-3 столовые ложек. Зелень пучок небольшой. Соль по вкусу. Количество порций 6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания.